Всем привет! Это так, видео небольшое по воде, вот по этой, которую я здесь сделал. Ну а предварительно, не знаю, вот, съездил я в Ступино на выставку. Мои диорамы, ни мост, ни горные стрелки ничего не взяли. Из виньеток выставлял я вот эту работу, которую дал прикурить. Она тоже судей не впечатлила. Работа с эдельвейсом, которая замри. А вот эта работа Берлин 45-го. Не знаю, чем она так понравилась судье. Обнаружил, что ствола нет. Может, не знаю, что так вот им увлекло так в этой работе. Вот за эту работу получил я вот эту вот медальку, вот этот дипломчик. Ну и в принципе больше ничего я никогда не получил взрослой категории, потому что во взрослой категории давали только медали и диплом. Причем даже не формата А4, а А3. Наверное, на А4 не хватило бумаги. В основном все модели, точнее гора моделей, ушла в клубы детско-юношеские. В 4 клуба детско-юношеские. Ну и пару номинаций выиграли лично там два парня. Один из Луховиц, в два места он взял. А один не помню откуда. Ну откуда-то тоже не из какого-то клуба. А в основном всю гору коробок забрали 4 клуба. Не знаю уж там, как у них-то. Это не мое дело. Ну ладно, сейчас не об этом. В общем, Берлин дал прикурить. Эти работы были представлены, но дал прикурить, ничего не взял. Кстати, удивительно как-то. Ну да ладно.